Блокчейн-платформа выкупила активы маркетинговой фирмы. Приобретение фирмы Blue Ocean Financial Technology было в планах T-Zero для улучшения информационных сервисов. Blue Ocean Financial Technology являются одним из ведущих сингапурских провайдеров данных, которые специализируются на ценных бумагах американских эмитентов. Как заявил в интервью для CoinDesk Джо Камарата, президент T-Zero, это первый подобный концепт, и он уже привлек внимание ряда крупных клиентов, определяющих конъюнктуру рынка.